Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале «Добрые советы», и сегодня мы расскажем вам, как снизить уровень холестерина в крови. Ежегодно более 7 миллионов человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Именно эти недуги стоят первыми в перечне причин смертности во всем мире. И почти все сердечные заболевания так или иначе связаны с возникновением атеросклероза, одной из причин развития которого является тихий убийца – холестерин. Чтобы очистить сосуды от лишнего холестерина, не обязательно посещать врача и наведываться в аптеку за дорогостоящими лекарствами. С этой задачей прекрасно справляются проверенные годами природные средства – чеснок, лимон, мед и имбирь. Мед укрепляет иммунную систему, стимулирует регенерацию органов пищеварения. Чеснок активно проявляет противовирусные свойства, стабилизирует артериальное давление. Лимон, благодаря большому содержанию калия, укрепляет стенки сосудов. Витамин Е, которого в лимонах тоже достаточно много, предотвращает образование тромбов. Имбирь укрепляет и очищает сосуды, снижая уровень содержащегося в крови холестерина. Комбинация всех этих компонентов многократно усиливает их лечебные свойства и наносит сокрушительный удар по отложениям холестерина. Эффективное средство для снижения холестерина в крови может быть использовано при лечении различных заболеваний, а также для повышения иммунитета. Для этого нам понадобится 1 измельченный зубчик чеснока, 1 столовая ложка свежего лимонного сока, 1 небольшой тертый корень имбиря, 1 столовая ложка яблочного уксуса и 1 чайная ложка меда. Приготовление и употребление. Смешай ингредиенты в миске и хорошо их перемешай. Если получилось больше лекарства, чем нужно, держи его в холодильнике до 5 дней, но не более. Употребляй эту смесь перед завтраком и обедом, но не более чем 3 раза в день. Уже в течение недели ты заметишь положительные результаты. Это домашнее средство поможет снизить уровень холестерина и нормализовать кровяное давление. Конечно же, народные средства для снижения уровня холестерина не панацея, и только с их помощью сужение сосудов не победить. Главным фактором является правильное питание и здоровый образ жизни. А на этом все. Желаем вам здоровья, делитесь полезной информацией с близкими и друзьями. До новых встреч на нашем канале.